раз в вашей жизни славный век. Кто у нас именинница? Улыбнитесь веселее. Это ваш-то юбилей. Желаем чаще улыбаться, по пустякам не обижаться. Желаем счастья целый ворон, улыбок, радости букет, друзей, подруг веселых, счастливой жизни, долгих-долгих лет. Как вы думаете, от кого этот сюрприз? От тех самых любимых невест и внуков. От детей. От детей, здоровья. Чтобы они были здоровы. Говорит, мама, нет, мы же не будем, мама, нет, мама. Спасибо им большое. Я очень рада им мешок. Конечно, не забывает маму. Потому что когда уходят, уходят, уходят. Спасибо. Спасибо и вам большое. Уважаемая наша госпожа Валентина, в этот праздничный день действительно ваши сыновья Олег и Денис, а также ваши внучки Анастасия, Анисия, внук Альберт, а также ваши невестки сваты Анжела и Евгений и любящий муж Леонид поздравляют вас с днем рождения, с юбилеем. Они желают вам здоровья, счастья, аромат весенних цветов, внимания человеческой, любви изысканной, чтобы не плакали, не унывали и всегда были такой прекрасной матерью, женой и бабушкой. С днем рождения вас, дорогая!
До трăiești cu adevărat, ai de să le faci pe toate, doar că timpul limitat și se scurge, scurge timpul, timpul le-a venit încetat. Doamne, cât în viața asta mai avem de alergat? Dea-vă Domnul sănătate și înțelegere între voi, să le reușiți pe toate, chiar de greu și de nevoi, căci frumoasă este viața, de-o trăiești cu adevărat, să vă bucurați de viață și de timpul ce vi-i dat. Noi, cu formația Pământ din orașul Bălț, venim cu o surpriză pentru dumneavoastră, azi, în jubileul de 65 de ani, și сегодня возлебаст нету близких, но вот эти люди, которые окружают вас, сегодня самые близкие. La mulți ani! День рождения мамы. Волосы светлые, косы последние образа. Небо бессонное, синим голубым небеса. Вот наконец вчера светил я свет. Сегодня все мужчины толстые, все поцелуи для нее.